Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Я Наталья Тупа, проживающая в Чехии. С превеликим удовольствием выставила для вас это видео, потому что, возвращаясь с работы, я увидела такое прекрасное зрелище. На полянке около остановки расположили для детишек лунопарк, качельки, карусельки, чертово колесо. И даже, посмотрите, пожалуйста, пустующая палатка для отберов на ковид, где можно бесплатно сдать анализы, если человек заражен или нет. Пустой, и там никого нет. В интернете вчера я прочитала такую информацию, что зараженных людей по всей Чешской Республике было 500 человек. А сегодня, 17 мая, уже 250 человек с небольшим только. Представляете, какая красота? Это значит, пришел конец ковиду, второй волне, надеюсь, последней. В Чешской Республике открыли все магазины. В кафе, правда, я заметила, что можно только как на улице сидеть, но все равно погода тоже вроде бы как немножечко установилась, и люди с удовольствием сидят за столиками и пьют вино, кофе, и это прекрасно. Хотела также сказать вам о том, что мои видео будут нести такой немножечко характер информации о том, что я вижу, что я слышу и потихонечку, что происходит в Чехии. Ни в коем случае я никого не агитирую, чтобы кто-то обязательно стремился переехать, жить сюда, потому что каждому человеку хорошо там, где ему хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание, вот автобус подъехал, и вот вы сейчас услышите, как зазвонит звоночек, это предупреждающий сигнал о том, что двери будут закрываться. Не буду, а еще прошу обратить внимание на такие золотисто-желтые такие кнопки, как бы в кружочках на дверях, на которые нужно нажимать, если автобус или трамвай, или метро подъехало и не открывает двери. Хватит нажать на этот кружок, и двери вам откроются. То ли езжая мимо одной деревеньки, я увидела майку. Майка – это такой высокий столб,
из высокого дерева, на который устанавливают венок. И это устанавливается 30 апреля в праздник Чароденицы. Но вот я только сегодня вот его увидела, конечно, не успела снять на ходу, потому что автобус ехал быстро, и вот что увидите, то увидите.